Viewer discretion is advised. Привет, дорогие подписчики! Сегодня первый день 2020 года, когда я решила, что хорошо бы начинать снимать, что у нас происходит в принципе на съемках, бэкстейдж. И сегодня буду рассказывать вам про эту прекрасную шляпу, если вы ее вообще видите, и прекрасную съемку, которую мы сегодня будем мутить с этой шляпой. Включаем счетчик материи. Я сегодня буду делать свой автопортрет. Остальных покажу чуть-чуть. Куда ты? Так, счетчик модели, поехали. Один, два, три, четыре, гиена. Книга где? Блядь. Да, блядь. Кого будем пожигать? Кого? Книгу или Лину? Как получится. Кто-нибудь руку, пожалуйста, лес. Спонсор нашей сегодняшней съемки — Всероссийский студенческий форум Тавида 2017. Спасибо вам, друзья, за такой прекрасный мерч. Питьевая бутылочка. Восторг. А краски хватит? А не факт. Вот, видите, так же мерч. Бомба. Все нормально, я продолжаю съемку. Посмотрите на них. Правда. Короче, я себе ищу новую команду. Ребят, если вам интересно, записывайте. Ссылочка будет в комментариях. Один подписчик. Илья Кудрявцев. Я снимаю, как я прыгаю, короче, по лужам. Ну просто минутка кайфа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока. Пока.